Мы находимся в аэропорту Нижневартовска, и буквально считанные минуты остались до встречи делегации участников. Мы традиционный уже турнир, которым на следующий год будет уже 20 лет. Готовы 100%. Я думаю, что это пройдет все на высшем уровне. Добрый день, дорогие друзья! Welcome, dear friends! Мы рады приветствовать участников 18-го Кубка мира по боксу нефтяных стран памяти героя социалистического труда Фармана Кямрановлы Салманова. Добро пожаловать в город Нижневартовск! Питялыла, Вущавула, мы приветствуем вас на югорской земле! Мы очень-очень рады. Вот, спасибо вам за такое гостеприимство. И каждый год приезжаем. Очень рад все-таки, что этот турнир все-таки продолжает. Кто родился еще в 98 году, что это все-таки вот эта традиция, она продолжает. Я говорю спасибо и губернатору игры, которая вот все-таки развивает спорт, в том числе и бокс. Нефтяных стран, он известен в широких кругах боксеров как турнир высокого класса, где собираются самые сильные спортсмены, где принимают участие, можно сказать, элита, верхушка нашего бокса. Если читать из Монголии, сразу летит, если рейс был бы, очень близко. А мы через Москву, да, 6 тысяч, от нас это 6 тысяч километров. И обратно сюда где-то 9 тысяч километров летали. Лучше наверное. Вы на оленях, да, здесь? Да, сразу, да. Мы оленя переслали, мы сюда с оленями скакал бы у вас. В вашем крае, да, конях, да. Наши коня тоже, да, смотрим.